Ну, елку стричь можно, как говорится, нещадно. Жалко красивые веточки. Ну что, первый способ — это вот простой секатор. Возьмем, к примеру, вот этот побег. Обрезаем прям до конца. Вот здесь появятся почки. Вот они, их видно. Пойдут, и будет все хорошо. Она будет набитее и лучше. Затем, ну, можно вот этот побег обрезать. Вот смотрите, я обрезал, а тут уже еще две почки. Они пойдут. Вот этот можно побег обрезать. Можно по почке, а можно по низу. Ну, желательно по низу. Вот смотрите, обрезка прошлого года. Сколько здесь побегов она дала. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 побегов. Она становится пышнее. Ну, вот эту можно обрезать. Вот эту опять же можно обрезать. Обрезаем вот этот, к примеру. Вот. Почему мы его обрезаем? Да потому что вот из этих пойдет побег тоже опять по 15 сантиметров. Вот он здесь был, и все вот настолько, считайте. Зачем он здесь нужен? Вот этот обрезаем. Вот. Вот здесь по почку можно обрезать. Вот. Тут почки идут в сторону. То есть вот здесь вот обрезаем. Здесь вот тоже можно, если видеть, вот обрез прошлого года. Вот опять она дала, видите? Вот из этой почки пойдет тоже 15-сантиметровый. Вот это тоже как бы тут не нужно. Обрезаем. Сейчас погода хорошая, ель находится в полуспящем состоянии. Поэтому не бойтесь обрезать. Сейчас и нужно секатором само то. Ну, это получается ровненько и хорошо. Просто по кругу. Ну, естественно, очень долго это все. И на высоту, конечно, завалить там тоже довольно-таки. Если вот те вот обрезать, тоже надо. И вон там дальше вверху. Ну, это берете стремяночку и все делаете. Это первый способ, секатор. То есть вы берете секатор, ставите стремянку, и вокруг какие елочки, побеги торчат, те обрезаете. И к весне, я думаю, у вас будет там почка хорошая на месте обреза. Теперь второй способ рассмотрим. Второй способ — это более грубый. То есть он идет вот. Обрезаем прям вот так вот. Вот один раз показываю. Все. Он более грубый, но, конечно, более эффективный. Менее трудозатратный, но зато для елки это, конечно, погрубее. Вот обрезали вот так вот. Вот сейчас я покажу. Вот смотрите, ель обрезана вот ножницами. Вот видите, какой длинный пенек у нее. А вот там только пошли, только идут побеги, видите? А вот этот пенек, он стоял тут. Это была обрезана ель вот этими ножницами. Ну, я редко свою ель обрезаю, поэтому здесь можно обрезать. Я обрезаю в основном секатором. Это самый лучший способ. Потихоньку, не спеша. Конечно, не всегда времени хватает. А так, в принципе, ну, с этой стороны, в принципе, мы все пообрезали. Но там солнце, я просто не хочу, чтобы оно слепило нас. Вот этот можно обрезать тоже. Ну, ножницами вы поняли. А вот до того, если затянуть,
Ну давай, Надя, сам еще. Ох, до того не дотягиваешь, надо стремянку уже. Вот так вот. Примерно так. Но опять же, это надо отходить, смотреть. Ровненько, неровненько. Но в принципе, вы поняли сам принцип обрезки ели. Это, во-первых, сдерживает ее рост. Во-вторых, она становится набитее, пышнее. Как вы могли заметить, на одном обрезе по 7-8 побегов потом получается, и в следующей весне будут побеги очень красивые вовнутрь. Ну и третий способ — это присыпка. Третий способ у нас — это делается весной. Весной, когда пойдут уже побеги, будет бить почку она, вот из этого, из этой почки, вот из этой, из всех почек пойдут побеги. Вот такие вот побеги. Они будут молоденькие, где-то примерно по 10 сантиметров. Потом берем рукой, просто по кругу ходим их и обсипываем. Это довольно легкая процедура, но тоже довольно эффективная. Поэтому выбирать вам. Ну, мне нравится этот способ. Я обрезаю ель всегда в январе, в декабре. То есть, когда она находится в полуспящем состоянии. Поэтому это более эффективно и менее болезненно для нее. И обрезаю секатором по кругу. Ножницами, конечно, быстрее, но еще можно аппаратом, который режет ее, просто ломает. И ель, вот, смотрите, еще маленько отвлекусь. Вы, если обрезаете ель, то это одно из тех хвойных растений, которое практически не боится обрезки. Вы можете обрезать ее хоть когда и хоть как. Проверено на своем опыте. И в июле обрезал, и в июне, и в августе. Но желательно те сроки, которые я указал. Поэтому старайтесь придерживаться их. Если вам надо, вам надоела высокая елка, вы просто уберите, отпилите ее по низу, оставьте вот побеги, обрежьте ее по кругу, она набьется вовнутрь и будет у вас шар. Не надо под корень ее срезать, если она вам мешает. Вы можете деформировать до такого состояния, что она будет шариком у вас маленьким. Хоть она и была такая трехметровая, но она будет расти, понимаете. Даже обрезав, например, оставить три яруса ели колючей трехметровой, остальное все обрезать. Здесь ветки все обрезать, там ствол обрезать, все. Три яруса оставили, это будет прекрасный экземпляр. Он будет смотреться как стелющийся можжевельник голубой. Ну представьте себе, это можно тут довольно-таки фантазировать очень хорошо и много. Ну и в принципе все по обрезке, что хочу сказать. Учитесь, дерзайте, смотрите, как обрезать видео. Если я вам чем-то помог, то буду рад. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии.